случилось, что вот именно в этот день открывается в нашем городе памятник. И грустное событие, страшно грустное. А грусть такая светлая, правда? Здесь лапы у ели дрожат на весу. Здесь птицы щебечут, тревожена. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют звери. Твой мир колдунами на тысячу лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу, светлый терем за балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. Но вот прошла все в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском не туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне сегодня, не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло, и что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там и чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда три дня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада. А где-нибудь все ясно и светло, там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают. Несправедливо, грустно мне, но вот нас на посадку скучно стюардесса приглашает, похожая на весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, в который не заманят и награды. Открыт, закрытый порт, Владивосток. Париж открыт, но мне туда не надо. Взлетим, раз погодится, теперь запреты снимут. Напрягся лай, не слышен визг турбин. Сижу как на иголках, но вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели и туман, где завтра ожидает снегопада.
Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыто все, нам нет туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как тут, а стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот. Опять сдают задержку до восьми, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают.